государственное учреждение, региональное отделение Фонда социального страхования по Чувашской Республике. В эти нерабочие дни осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, то есть работаем мы также всю неделю с понедельника по пятницу с 8 до 17.00. Перерыв также остается у нас на обед с 12 до 13. Значит, Фондом социального страхования организовано дистанционное оказание государственных услуг, которые оказываются фондом, то есть без посещения непосредственно регионального отделения или либо наших представительств, которые расположены в районах Чувашской Республики. Дистанционно какие способы имеются? Это подача различного рода заявлений, документов через личный кабинет получателей услуг Фонда социального страхования. Второе – это единый портал государственных услуг. Третий способ дистанционной подачи документов – это касается уже страхователей через личный кабинет страхователя. Подача начинается, кампания по сдаче расчетной ведомости по форме 4 ФСС. Страхователи могут, так же, как и прежде, сдавать его через шлюз фонда, который организован на сайте регионального отделения фонда. Для того, чтобы получить справки о доходах или справки о выплаченных пособиях, в настоящий момент необходимости обращаться лично в региональное отделение нет. Значит, можно подать, опять же, такое же заявление на выдачу данных справок через личный кабинет получателя услуг на сайте Фонда социального страхования, либо же по электронной почте. Справки по мере их готовности будут выдаваться, пересылаться. Способ будем мы уточнять с вами, то есть с теми, кто подаст соответствующие виды заявлений. Далее. В региональном отделении давно уже существует организовано это телефон горячей линии 30-39-00. Данный телефон горячей линии, он многоканальный. Кроме того, по любым направлениям деятельности регионального отделения фонда также можно позвонить по телефонам горячей линии, которые расположены, обозначены на сайте регионального отделения фонда в разделе «Телефоны горячей линии».